Всемирный день педиатра детские врачи округа отмечают вместе. В актовом зале детской поликлиники собрались медики из Звенигорода, Кубинки, Перхушкова, Голицына и Одинцова. Некоторые из них отдали своей профессии по 60 лет. Спасибо вам большое. Спасибо за ваш труд, потому что мы прекрасно понимаем, что вы каждый день, каждый час, каждую секунду на острие такой очень сложной, вообще такого сложного времени. Я вам только одного желаю. Здоровья, дорогие наши. Мы вас очень любим, ценим. Да, мы понимаем, время непростое, но вы для нас очень важны. Спасибо вам большое. А вот вы самые главные люди, которые принимаете самых маленьких ребятишек в свои руки. Вы их берете с первых дней. Вы контролируете их, какими они пришли на белый свет. И оказываете постоянную помощь и поддержку молодым родителям. День педиатра одновременно является и днем ребенка. Это символично, ведь здоровье, а порой и жизнь маленьких пациентов часто напрямую зависит от медиков. Ко всем детям у врачей индивидуальный подход, но любят они каждого ребенка одинаково. Для меня самое главное – это любить детей. Если ты любишь детей, дети это обязательно чувствуют, и они, соответственно, будут к тебе относиться с такой же любовью, никакого плача, никакого недовольства дети высказывать не будут. В честь профессионального праздника педиатры получили благодарственные письма от Совета депутатов Одинцовского городского округа, почетные грамоты от главного врача Одинцовской областной больницы и подарки от Московской областной думы. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».